память ассоциативна, и все ассоциации с чем-то приятным и хорошим, это было именно из детства, из юности, из того времени, когда я жил именно в той стране, уже не существующей, но не менее мной любимой. Вот на нашей площадке представлено очень много предметов, а именно из той эпохи, это и космическая эра, это и пионерии комсомоля, это и Олимпиада 80, это было. Люди здесь, на наших площадках, ну, на моей площадке, либо на каких-то подобных, они именно впитывают эти положительные эмоции. Чтобы вы понимали, положительные эмоции – это тоже здоровье. Это импонирует и очень радует, потому что, как бы то ни было, это наша история.